Всем добрый вечер. У нас очередной фестиваль. Но мы решили немножко по набережной пройтись пешком. Заодно показать тем, кто лелеет влажные мечты по поводу того, что Израиль... Все сидят в бомбоубежищах и дрожат в ожидании угрозы из Ирана. Спешу их разочаровать. Народ ведет обычный образ жизни. Народу на улицах полно, на пляжах полно, рестораны забиты. Ну, на какой фестиваль можно пойти после заката? Конечно же, на фестиваль света.